Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. В соответствии с окружным законом о бюджетном процессе в Ненецком автономном округе Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа проводит публичное слушание по проекту закона об исполнении окружного бюджета за 2020 год. Для участия в публичных слушаниях приглашены председатель собрания депутатов, заместитель председателя собрания депутатов, депутаты собрания депутатов Ненецкого автономного округа, представитель губернатора округа, заместитель губернатора, представитель прокуратуры, заместитель председателя избирательной комиссии Ненецкого автономного округа, председатель аудиторы, председатель избирательной комиссии, председатель, аудиторы счетной палаты округа, уполномоченные по правам человека. Но у нас очень многие в удаленном режиме по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей. Многие присутствуют в режиме ВКС. Руководители органов местного самоуправления города и района тоже в режиме трудов. Руководители органов исполнительной власти округа, часть присутствует здесь, часть в удаленном режиме. Представители общественных организаций, средств массовой информации. Объявляю публичное слушание по проекту закона об исполнении окружного бюджета за 2020 год открытым. Предметом слушания является годовой отчет об исполнении окружного бюджета за 2020 год Ненецкого автономного округа, проект закона об исполнении окружного бюджета за 2020 год размещен на официальном сайте администрации округа, на сайте Департамента финансов и экономики НАУ, в сети интернет, в разделе «Бюджет для граждан», а также в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассники со ссылкой на сайт. Объявление о публичных слушаниях и приеме вопросов граждан опубликовано в газете «Нарьяновидер» за 6 мая 2021 года и размещено на официальных сайтах администрации округа, Департамента финансов и экономики, а также в социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере и в Одноклассниках. Все желающие ознакомиться с проектом закона и направить свои замечания и предложения до 13 мая могли представить свои предложения. Департамент принимал все замечания и предложения по вопросу публичных слушаний. В соответствии с окружным законом о бюджетном процессе предлагаю следующий регламент проведения публичных слушаний. Вступительное слово председательствующего до 5 минут. Выступление докладчика, у нас один докладчик, до 30 минут. Не ограничиваем пока, да, может меньше. Вопросы к докладчику и ответы на них до 15 минут. Это по докладу. Прения
обсуждение мнения, предложения, выступление участников прений до 30 минут. Выступление участников прений до 3 минут. И заключительное слово председательствующего до 5 минут. Где подводятся итоги и принимаются рекомендации. Предоставляю слово докладчику Сергею Владимировичу Михайлову, первому заместителю руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа. Пожалуйста. Можно презентацию на второй экран, да. Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний, добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные. В соответствии с законом о бюджетном процессе предлагаю ознакомиться с итогами исполнения окружного бюджета. Прошедший 2020 год оказался одним из самых тяжелых для экономики Ненецкого автономного округа. Самым тревожным для нас в прошлом году было исполнение бюджета. Выпадение доходов казны достигало порядка 28% по сравнению с 2019 годом. Причины выпадения доходов понятны и объективны. Снижение рентабельности в нефтяном секторе и специфика Харьягинского соглашения о разделе продукции, которое приносило в последние годы около трети всех поступлений в окружную казну. Несмотря на падение цены на нефть, продолжалось строительство и ввод в действие крупных объектов. На протяжении всего 2020 года проводилась взвешенная бюджетная и долговая политика. Благодаря совместной работе администрации Ненецкого округа и депутатского корпуса в результате корректировки, снижения расходов и поступлению дополнительных средств из федерального бюджета удалось стабилизировать ситуацию и профинансировать основные расходные обязательства, сохранив социальную направленность окружного бюджета. В 2020 году число главных распорядителей средств окружного бюджета уменьшилось с 17 единиц до 16. С 1 апреля прошлого года Государственная инспекция строительного и жилищного надзора реорганизовано путем переименования в Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа. И также присоединился к нему Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа. Количество государственных подведомственных учреждений по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 2 единицы и составило 105 государственных учреждений, в том числе 16 казенных и 89 бюджетных учреждений. Количество государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа за год не изменилось и составило 4 единицы. Автономные учреждения не создавались. Окружной бюджет 2020 года и на плановый период 2021-2022 годов утвержден законом Ненецкого автономного округа номер 147-147-ОЗ от 29 декабря 2019 года. Первоначальный бюджет был принят с доходами в сумме 17 миллиардов 124 миллиона рублей, а по расходам 19,4 миллиарда, с дефицитом 2,3 миллиарда рублей. Основными источниками финансирования дефицита были определены банковские кредиты в размере 2 миллиарда 100. Всего в течение прошлого года законодательно вносились изменения в параметрах нужного бюджета 4 раза. Для сравнения, в 2017, 2018 и 2019 году изменения вносились по 7 раз каждый год. Уточненные параметры окружного бюджета с учетом распоряжений на 2020 год составили по доходам 21 миллиард 869 миллионов, по расходам 23 миллиарда 827 миллионов, и дефицит составил 1 миллиард 957 миллионов, или 14,4% от объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Исполнение окружного бюджета за 2020 год составило по доходам 21,9 миллиарда рублей, или 100% к уточненному плану, и по расходам 23,4 миллиарда, или 98% к уточненному плану. По состоянию на 1 января 2021 года просроченная кредиторская задолженность в бюджете округа отсутствует. На следующем слайде видна динамика государственного долга, начиная с момента его образования в 2015 году. Взвешенная долговая политика, использование различных инструментов для финансирования дефицита и исполнения окружного бюджета с профицитом в течение ряда лет позволили в разы уменьшить государственный долг. Но в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, государственный долг все-таки увеличился на 700 миллионов рублей и на 1 января 2021 года составил 2,3 миллиарда рублей. Источниками финансирования дефицита окружного бюджета были определены бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета и привлечение кредитов кредитных организаций. Верхний предел государственного долга на 1 января 2020 года был установлен законом в размере 3,9 миллиарда рублей. На 1 января 2021 года 2,8 миллиарда рублей. По результатам исполнения окружного бюджета за 2020 год, по состоянию на 1 января 2021 года государственный долг составил 2,3 миллиарда.
За 2020 год привлечено кредитов кредитных организаций на сумму 702 миллиона. Вся эта сумма погашена в течение года. Ценных бумаг в течение года было погашено на сумму 400 миллионов. Кассовые расходы на обслуживание госдолга в 2020 году составили 118,7 миллионов рублей, при плановом первоначальном значении 264 миллиона. Экономия по уплате процентов образовалась в результате проведения взвешенной долговой политики финансового органа, а также своевременными принятыми мерами из федерального бюджета. Исполнение окружного бюджета по доходам за 2020 год составило 21,9 миллиардов рублей, или 100% к уточненному плану. Доходы окружного бюджета в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом на 4%. По сравнению с 2018 годом увеличились на 1%. Основная часть доходов окружного бюджета сформирована за счет безвозмездных поступлений, это 37%. Также налогов на имущество организации, это 30%. И доходы по проекту «Харьяга» это 16%. Наибольший рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как в процентном, так и в абсолютном выражении, отмечен по следующим видам. Безвозмездные поступления от Федерации в рамках софинансирования расходов по реализации национальных проектов, рост на 215% или на 4,4 миллиарда рублей. Также налог на имущество увеличился на 7% или на 465 миллионов рублей. Подробная структура и исполнение по доходам представлены на слайде. Для налоговых доходов за 2020 год доля налоговых доходов за 2020 год составила 45,9% в общем объеме доходов окружного бюджета. В сумме это 10 миллиардов рублей или 101,2% к уточненному плану. Доля безвозмездных поступлений составила 37,3%. В сумме это 8,2 миллиарда рублей или 99,2% к уточненному плану. Доля неналоговых доходов в общем объеме составила 16,7%, в сумме 3 миллиарда 666 миллионов рублей, или 101% к уточненному плану. Наибольший удельный вес в структуре доходов окружного бюджета по неналоговым доходам в размере 16% занимают доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харягинское месторождение», что в сумме составило 3,4 миллиарда рублей, или 100% к плану. По сравнению с исполнением за соответствующий период 2019 года в 2020 году произошло снижение доходов аж на 3,6 миллиарда рублей или на 51%, что обусловлено уменьшением более чем на треть цены на нефть марки «Urals». В рамках реализации национальных проектов окружная власть продолжила и в 2020 году работу с федеральными органами власти по привлечению денежных средств и заключению соглашений с профильными министерствами Российской Федерации. В 2020 году получено 7,9 миллиардов рублей из федерального бюджета. Из крупных статей можно отметить межбюджетные трансферты на финансирование обеспечения дорожной деятельности в сумме 4,1 миллиарда рублей. Также 1,9 миллиарда рублей была предоставлена дотация на сбалансированность бюджета Ненецкого автономного округа. Получили субсидию на поддержку малого и среднего предпринимательства в размере 174 миллиона. На переселение из аварийного жилья 135 миллионов. На осуществление ежемесячных выплат детей от 3 до 7 порядка 130 миллионов рублей. Также получили около 110 миллионов на развитие жилищного строительства. Дополнительно также были получены и другие различные виды межбюджетных трансфертов с федерального бюджета. С 1 января 2015 года, то есть уже шестой год, Ненецкий автономный округ в полном объеме исполняет все полномочия субъекта Российской Федерации. На слайде представлено распределение налоговых доходов в соответствии с договором с Архангельской областью от 5 июня 2014 года. Часть полномочий была передана органам государственной власти округа с финансовым обеспечением. По отдельным полномочиям было предоставлено право округу исполнять за счет собственных средств. Общая сумма, зачисленная в бюджет Архангельской области, составляет 4,6 миллиарда рублей. Сумма, зачисленная в окружной бюджет, составила 3,3 миллиарда рублей. Расходная часть бюджета Ненецкого автономного округа за 2020 год исполнена на 98,2%. В сумме это 23,4 миллиарда рублей. При уточненном плане 23,8 миллиарда рублей. Динамика расходов окружного бюджета и исполнение в разрезе наиболее крупных блоков расходов за 2020 год представлена вам на слайде.
Необходимо отметить, что первоначальный план по расходной части бюджета составлял 19,4 миллиарда рублей. По факту, по отношению к первоначальному плану, произошло существенное увеличение расходов на 3,9 миллиарда. В среднем исполнение расходов по разделам всем составило около 98%. На следующем слайде приведено исполнение и структура расходной части по разделам окружного бюджета за 2020 год. Наибольший удельный вес в структуре заняли расходы на раздел «Национальная экономика» – это составляет 3,4%, на образование – 20%, социальная политика – 15%, жилищно-коммунальное хозяйство – 10% и здравоохранение – 8%. Первый по значимости раздел, занимающий долю 3,4% в общих расходах бюджета – это «Национальная экономика». Отмечается высокое исполнение по всем подразделам. Большая часть бюджетных ассигнований приходится на дорожное хозяйство, составляющее 22% от всех расходов бюджета. В суммарном выражении это 5,2 миллиарда рублей. Исполнение составило 99%. На следующем слайде представлены более подробные средства расходов по разделам образования, культура, физическая культура и спорт. Необходимо отметить, что в целом по разделу образования было освоено 4,6 миллиарда. К уточненному плану исполнение составило 96%. На следующем слайде представлены расходы округа на здравоохранение. Плановые бюджетные ассигнования составили 1,9 миллиарда. Исполнение 1,9 миллиардов или 100%. Доля расходов на здравоохранение в общей сумме расходов составляет 8%. Из них крупными статьями расходов являются расходы на стационарную, амбулаторную и скорую медицинскую помощь. Исполнение характеризуется как хорошее. Следующий по значимой доле раздел расходов – это расходы на социальную политику. Бюджет Ненецкого округа, повторюсь, был и остается одним из самых социально ориентированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Прямые расходы на социальную сферу в 2020 году увеличены и составили 3,5 миллиарда рублей. Исполнение к плану 98%. В разрезе подразделов большая часть бюджетных ассигнований приходится на социальное обеспечение населения в сумме 1,9 миллиарда, в том числе на мероприятия под программы «Качество жизни старшего поколения» в сумме 738 миллионов. В регионе действует свыше 160 видов и мер дополнительной социальной поддержки наших жителей. Затраты бюджета на социальные выплаты составили 3 миллиарда 53 миллиона, или 13% от всех расходов. По сравнению с 2019 годом произошло увеличение на 161 миллион рублей. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса значительно увеличен объем финансирования из федерального бюджета в целях предоставления мер социальной поддержки. На предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в Ненецком автономном округе, в рамках федерального законодательства в 2020 году выделено 512 миллионов рублей, что на 351 миллион рублей превышает объем средств, выделенных в 2019 году. Задолженность окружного бюджета на 1 января 2021 года по всем нормативно-публичным обязательствам отсутствует. В среднем на одного жителя округа приходится 69 тысяч рублей социальных выплат. Для примера, в 2018 году эта цифра была 63 тысячи, в 2019 году 66 тысяч. И это только прямые перечисления бюджетных средств на поддержку населения. Косвенная поддержка оказывается через государственное регулирование коммунальных тарифов, субсидирование юридических лиц. Свыше 1/10 расходов бюджета составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. При первоначальном плане 1,8 миллиарда рублей расходы составили 2,4 миллиарда рублей. При этом были увеличены расходы и профинансированы субсидии на электроэнергию, субсидии на горячую и холодную воду. При первоначальном плане было предусмотрено от 70% финансирования. К концу года была обеспечена 100% потребность по недополученным доходам организации в результате государственного регулирования тарифов на поставляемые коммунальные ресурсы. Что касается исполнения расходной части окружного бюджета в разрезе ведомственной структуры, которая представлена вам на слайде, то наибольший удельный вес составили расходы Департамента строительства – 39,2%. Далее Департамент здравоохранения – 22,8%. И Департамент образования – 22,6%. Поясню по низкому исполнению сметы Департамента финансов и экономики. Исполнение составило 93,9%. Это обусловлено экономией по обслуживанию государственного долга ввиду отсутствия потребности в заемных средствах. Проведение взвешенной политики.
финансового органа мерами и своими из федерального бюджета и невостребованных средств по резервному фонду администрации Ненецкого автономного округа. В целом, исполнение по расходным обязательствам округа в разрезе главных и распределительных бюджетных средств составило от 98 до 99%. Из 16 главных распорядителей средств 11 органов власти имеют 105 подведомственных государственных учреждений, в том числе 16 казенных и 89 бюджетных учреждений. Информация о количестве подведомственных учреждений приведена в таблице на слайде. Также отображена штатная численность окружных учреждений и расходы учреждений в разрезе ведомств. Численность работающих в государственных учреждениях Ненецкого автономного округа в 2020 году увеличилась в течение года на 23 единицы и составила на 31 декабря 7605 единиц. Что касается финансирования учреждений, то объем ассигнований казенных учреждений составил 1 миллиард 204 миллиона. Объем субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания составил 5 миллиардов 35 миллионов рублей. Кроме того, бюджетным учреждениям предоставлялись целевые субсидии на иные цели в общей сумме 2,2 миллиарда рублей. Общая сумма, перечисленная бюджетным и казенным учреждениям, за 2020 год составила 8 миллиардов 388 миллионов, или 36% от всех расходов бюджета округа. В бюджете предусмотрено финансирование большого количества мер поддержки в форме субсидий для юридических и физических лиц, оказывающих услуги и осуществляющих работы на территории округа. В прошлом году первоначально был предусмотрен 1 миллиард 420 миллионов рублей. С учетом вносимых изменений план составил 2 миллиарда 810 миллионов рублей. Кассовые расходы по предоставлению субсидий составили 2 миллиарда 790 миллионов, или 99% к уточненному плану. Расшифровка субсидий в разрезе видов и получателей находится на представленном вам слайде. Отмечу, одних из крупных статей расходов – это субсидия на 1 килограмм реализованного или отгруженного на переработку молока – 238 миллионов рублей направлено. Субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию оленины – 154 миллиона. Безвозмездная поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в размере 35 миллионов рублей. На следующем слайде отмечу окружную поддержку на субсидии для частичной компенсации недополученных доходов по авиаперевозкам на село по спецтарифам. Направлено было 355 миллионов. Возмещение по авиаперевозкам за пределы региона – 149 миллионов. Возмещение части затрат на производство хлеба и его доставку на село – 109 миллионов. Субсидии на финансовое обеспечение затрат по доставке для реализации населения продовольственных товаров направлено 45 миллионов. Ну и также на слайде представлены другие виды субсидий более в меньших объемах. Большими статьями расходов бюджета остаются расходы по государственному регулированию тарифов на электроэнергию. Направлено 625 миллионов. На теплоэнергию 332 миллиона. Горячую и холодную воду 155 миллионов. На твердое топливо направлено 134 миллиона. Необходимое субсидирование жилищно-коммунального хозяйства на севере обусловлено поддержкой населения и бизнеса в долгосрочном периоде для удержания тарифов на коммунальные услуги на доступном уровне. В соответствии с установленными полномочиями в 2020 году представлялись межбюджетные трансферты для муниципальных образований в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и составили 2% от общих расходов окружного бюджета или 412 миллионов. Наибольший удельный вес, порядка 80% в структуре межбюджетных трансфертов, занимают субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления. Информация по объему трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам представлена на слайде в разрезе всех муниципальных образований. Бюджет округа является программным бюджетом. В 2020 году в общих расходах окружного бюджета доля программного бюджета составила 98,7%. Соответственно, непрограммная часть – 1,3%. В 2020 году осуществлялось финансирование 26 государственных программ. Исполнение составило 98,3%. Отмечу, что национальные проекты были интегрированы в государственные программы. Общая сумма запланированных бюджетных средств составила 6 миллиардов рублей. Исполнение национальных проектов составило 5 миллиардов 905 миллионов, или 98% к плану.
По результатам анализа отчетов о реализации государственных программ установлено, что из 25 государственных программ 6 характеризуются высоким уровнем эффективности, 12 программ со средним уровнем эффективности и 7 программ с удовлетворительным. Государственные программы реализованы с неудовлетворительным уровнем эффективности в 2020 году отсутствуют. На следующем слайде представлены первые 10 крупных государственных программ. 8 госпрограмм являются с высоким кассовым исполнением. Это старшее поколение, развитие и регулирование рынка сельского хозяйства, развитие государственного управления, развитие здравоохранения, обеспечение доступным и комфортным жильем, развитие транспортной системы округа, модернизация жилищного коммунального хозяйства и социальная поддержка граждан. Исполнение составило, соответственно, 199,98%. На следующем слайде представлены средние по объему финансирования государственные программы. Все с достаточным исполнением от 95 до 100%. К ним относятся развитие культуры, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, развитие физкультуры и спорта, информационное общество и реализация региональной политики. На третьем слайде по государственным программам сгруппированы небольшие по финансовым объемам программы. Из них с высоким кассовым исполнением признаны окружные программы, такие как развитие предпринимательской деятельности и туризма, добровольное переселение из-за рубежа, управление имуществом и земельными ресурсами и доступная среда. В 2020 году на территории Ненецкого автономного округа реализовывались 44 региональных проекта в рамках 10 национальных проектов. Объем финансирования в прошедшем году составил 6 миллиардов, из которых федеральная составляющая равна 88% или 5,3 миллиарда рублей. Общее кассовое исполнение составило 5,9 миллиардов рублей или 98% от годового плана. На слайде представлена реализация нацпроектов в 2020 году охватила основные сферы. Это и человеческий капитал, создание комфортных условий жизни и экономический рост. Основные итоги представлены вам на слайде. Бюджетное ассигнование на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого округа и на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов муниципальной собственности в рамках государственных программ на 2020 год уточненный план составил 5 миллиардов 364 миллиона рублей. Исполнение составило 5 миллиардов 264 миллиона рублей или 98% от уточненного плана. В 2020 году основными направлениями расходов были определены дорожное хозяйство – это 83,5%, жилищно-коммунальное хозяйство – 8,5%, доля расходов на данные направления составила 92% от общей суммы бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. Динамика расходов на осуществление бюджетных инвестиций представлена на слайде вам. Необходимо отметить, что расходы на все эти направления в прошлом году существенно возросли. В 2017 году на 44%, в 2018 году еще на 46%, в 2019 году на 18% и в прошлом году, в 2020, на 21%. На слайде отображены 5 крупных объектов капитального строительства общей стоимостью от 4,1 миллиарда до 125 миллионов рублей. Определяющих главные приоритеты – это строительство дороги из Наримар в Усинск, строительство либо приобретение комфортного жилья для переселения из ветхого аварийного жилья, строительство современных школ и детсадов, а также ремонт автодорог. На следующем слайде представлена информация по более таким суммам, более минимальным суммам финансирования. Также на слайде представлено. Доклад об исполнении окружного бюджета за 2020 год закончен. Благодарю всех за внимание. Спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович. Переходим к вопросам по докладу об исполнении окружного бюджета за 2020 год. Пожалуйста, вопросы по докладу. Пожалуйста, Александр Ильич. Да. Я хотел бы сказать то, что у нас 2020 год был очень сложный. В плане финансов, и мы помним, как принимали бюджет. И я хочу сказать то, что в бюджете округа произошло большое выпадение как налоговых, так и неналоговых доходов. Вот в этой связи мы говорим о том, что вот социальная нагрузка, которая падает на наш бюджет. И мы уже будем говорить,
подвижки произошли в сторону ухудшения по сравнению с предыдущим 2020 годом? Или нам удалось все-таки сохранить достойный уровень социальной поддержки в полной мере? Либо есть здесь какие-то вопросы, которые требуют вмешательства, в том числе депутатов? И второй вопрос. Вот какие меры были приняты по оптимизации расходов в 2020 году в связи с резким снижением доходной части нашего бюджета? Мы знаем, что мы прибегали к помощи федерального центра, и вот поэтому в этой связи все-таки какие меры, достаточны они или необходимо что-то еще сделать для того, чтобы вопросы решать, в том числе вопросы финансирования департаментов наших, потому что, вы знаете, мы обращались с обращениями федерального органа власти для того, чтобы нам помогли с решением финансовых проблем. И это была помощь, помните, мы говорили, она была крайне своевременная, и без нее нам было бы совершенно туго. Вот два вопроса. Спасибо, Александр Ильич. Хочу сказать, что да, действительно, 2020 год был достаточно очень сложный и напряженный. Выпадение составило к 2019 году налоговые и неналоговые 5,3 миллиарда рублей. Задумайтесь, это очень большая сумма для нас. Тем не менее, удалось сохранить все основные направления финансирования. Конечно, год ковидный, год пандемии, когда вот и сейчас последствия мы его продолжаем пожинать. Но тем не менее, значит, наш бюджет окружной был и остается социально ориентированным. Все выплаты, которые были, значит, ранее установлены, они выплачены в срок. Как отмечено в докладе, кредиторской задолженности у нас нет ни по нормативно-публичной, не по публичным выплатам на 1 января. Мы сумели рассчитаться, несмотря на такое падение. Значит, и даже не только сохранили имеющиеся выплаты, но даже их увеличили на 161 миллион рублей по сравнению с 2019 годом. В основном это, конечно, новые выплаты в связи с пандемией, которые были, значит, во многом и благодаря, значит, поступлению из федерального бюджета средств. В целом, конечно, без поддержки федерального центра нам бы не удалось, и те письма, которые писали мы, которые были в обращении ваших депутатов, Александр Ильич, они помогли. Мы получили два транша в сумме 1,9 миллиарда. Только дотация на выравнивание в связи с падением доходов. Мы получили в конце года 1,1 миллиарда бюджетного кредита под 0,1%, который у нас до июля этого года. И в связи с этим сэкономили расходы по обслуживанию госдолга. Так, в принципе, мы все равно должны были кредитоваться. Другого варианта у нас не было, чтобы выплатить заработную плату и выплатить социальные назначенные, так сказать, пособия. Вот. Что еще хочу сказать? Второй вопрос. Что было сделано, вот кроме обращения, на которое я уже вот как бы перешла плавно, вот, значит, конечно, вы помните, напряженно исполнялся бюджет, мы 4 раза вносили изменения, мы оптимизировали расходы, что-то уменьшали, что-то увеличивали. У нас, конечно, тот год был субсидии по ЖКХ запланированы 70%. Это был определенный наш, так сказать, подушка безопасности. Но, тем не менее, мы их не уменьшили. Мы выплатили 100%, добавили во второй половине года до 100%. И задолженности по субсидиям на ЖКХ у нас нет. Нет задолженности по заработной плате. И, конечно, это в основном благодаря совместным действиям, слаженной работы с собранием депутатов, администрации, департамента. Не просто шла работа, сами знаете, да. И мы не скатились в долговую яму. У нас нет ни рубля коммерческого кредита на 2021 год. Это тоже большое достижение нашей вместе совместной работы. Поэтому благодарю всех за проделанную работу. Это было непросто. Спасибо. Пожалуйста, Максим Николаевич.
Николаевич. Продолжение вопроса. Я хотел спросить по поводу субсидий по регулируемым видам деятельности. Угу. Они же в конце 19-го, когда формировали бюджет, были заложены не в полном объеме. Вот вы сейчас сказали, что субсидии по ЖКХ 100% закрыты и долгов нет. Это было на конец 2020 года или мы еще хвостик закрывали в 2021? Максим Николаевич, это мы все как бы в течение 2020 года вносили. Вот у нас было 70% первоначально 1 800 000 000, а нужно было нам 2 400 000. Поэтому вот эти разницу сотни миллионов мы добавляли по частям, как вы помните, да. И мы рассчитались полностью. Коммунальные предприятия, это достаточно большая численность, так сказать, работающих, в принципе, не пострадали, несмотря на вот такое выпадение доходов и пандемичный год сложный. Поэтому, да, у нас задолженности нет. Спасибо, Максим. Ну, сейчас нет. На конец 2020 года ее уже не было? Не было. Но этот год пока не говорю, это уже сложно. К сожалению. Год будем следующим. Ну, попадает все равно. Так еще вопросы. Татьяна Павловна, подскажите, пожалуйста, вот какие меры в 2020 году были направлены на поддержку, именно меры государственной поддержки, на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса? То есть мы знаем, что у нас федеральные меры были, различные налоговые, не налоговые, вот именно что касается низкого автономного круга. Спасибо большое за вопрос, Александр Павлович. Я предоставлю слово, наверное, Ольге Сергеевне, чтобы не все ей отвечала. Пожалуйста, она непосредственно курирует это направление. Да, спасибо, Татьяна Павловна, Александр Павлович. Действительно, 2020 год был сложный для бизнеса, и те меры, которые принимались на федеральном уровне, на региональном, помогли бизнесу преодолеть те возникающие трудности. В первую очередь был создан, конечно же, оперативный штаб по экономике, где рассматривались все проблемные вопросы и предложения по поддержке бизнеса. На этом штабе был утвержден перечень системообразующих предприятий, состоящих из 15 единиц, деятельность которых ежемесячно, еженедельно мониторилась ситуация по ним и принимались либо определенные меры по стабилизации их финансово-экономического положения. Что касается малого бизнеса, безусловно, такие меры поддержки, как отсрочки реструктуризации действующих договоров, как микрозайма, так и лизинга, это наш центр развития бизнеса, дешевые льготные процентные ставки по займам. Как раз за счет тех денег федеральных, которых мы получили в прошлом году, по 2% минимальной процентной ставки. Это сниженные арендные платы по арендуемому имуществу. Это меры, такие как новая субсидия на возмещение жилищно-коммунальных услуг для пострадавших, для организаций из наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, была увеличена субсидия по аренде для социальных предпринимателей с 200 до 300 тысяч рублей. Все эти меры, безусловно, способствовали преодолению тех трудностей, с которыми сталкивался бизнес. Ну и, конечно, существенная поддержка оказала введенная норма, которая действовала с 2020 года, это пониженные налоговые ставки. Это наши ОСН 1,5%. Если помните, многие регионы только начали в пожарном порядке вводить эти процентные ставки, то на короткий, на определенный срок, а у нас они уже действовали с 1 числа, и, соответственно, без предельного срока. Ими до сих пор продолжает бизнес пользоваться. И, конечно же, это режим самозанятых, который также у нас действовал с 1 января уже 2020 года. Уже на сегодня, за 2020 год у нас воспользовался им 381 гражданин, а на сегодня уже 542 таких гражданина, которые смогли воспользоваться таким режимом. Если вкратце, то у меня все. Спасибо. Спасибо, Ольга Сергеевна. Еще вопросы? По докладу, пожалуйста. Татьяна Павловна, хочу спросить, в соответствии с посланием президента, правительству дано задание, чтобы были подготовлены вопросы на заседание Госсовета по финансовой устойчивости субъектов. Значит, от субъектов были собраны предложения, были бы отправлены предложения от нашего субъекта и какие? Это первый вопрос, второй потом задам.
Спасибо, Андрей Александрович. Да, действительно, мы прорабатывали в срочном порядке эти меры. Мы рассчитываем на пролонгацию до 2029 года вот, бюджетными кредитами 1,1 млрд, которые есть, потому что, конечно, коммерческие кредиты достаточно тяжелая нагрузка на бюджет. Вот, и уже проговариваем, направлено более 20 предложений. Все озвучивать не хочу, но они все на контроле, мы все работаем в этом направлении. Ну и второй мне вопрос, наверное, уже непосредственно то, что касается по развитию АПК и по развитию сельских территорий. Это, наверное, традиционный уже вопрос. Мне бы хотелось узнать, скажите, все-таки перспективы расширения действующей программы по развитию комплексного развития сельских территорий, ну и планируемое увеличение федеральных средств по этой программе. Что мы будем все-таки делать? Отвечу. Спасибо. Наталья Александровна, спасибо за вопрос. Еще более благодарю вас за то, что придаете нам стимул с начала года в части формирования некой идеальной модели, как бы мы хотели видеть в целом развитие сельских территорий. Это не только объекты сельского хозяйства, сельхозпереработки, это в целом функционирование сельских населенных пунктов. Министерство сельского хозяйства дало нам отличные возможности, федеральное финансирование предоставляет по целому ряду направлений. И две программы есть в рамках комплексного развития сельской территории. Это и благоустройство сельских территорий, и направление современный облик сельских территорий. Если по текущему году видим, то, что мы где-то на 200 миллионов больше набрали заявок по современному облику сельских территорий, у нас 6 проектов были отобраны, и сейчас прорабатываем с Минсельхозом. Есть высокие шансы, что два наших проекта пройдут этот отбор. Ну, думаю, знаменательное будет событие, если это все-таки получится дожать. То, что касается программы «Современный облик сельских территорий», тут у нас до июня отбор. И в этом году также мы планируем, ну, довольно большой у нас перечень проектов по практически всем населенным пунктам, которые проявили активность. 13 проектов. И Усть-Кара там есть, и Каратайка, и Харьевер, и Нижняя Пеша, и Нись. В основном это проекты, ну, подъездные пути, дороги. Но возвращаясь к вашему вопросу, мы абсолютно поддерживаем идею, что нужно совместно с Заполярным районом сделать по каждому населенному пункту ту модель, к которой мы бы хотели прийти через несколько лет. Безусловно, силами департамента, силами специалистов в области АПК этого результата не добиться. Тут нужно межведомственное взаимодействие, это департамент строительства, здравоохранения, цифры с точки зрения цифровизации, подведения связи. И для того, чтобы эту работу регламентировать и сделать более эффективной, в начале года у нас, ну, в ручном режиме Юрий Васильевич Бездудный провел установочное совещание, призвал ответственно отнестись. В принципе, это и помогло нам эти заявки сгенерировать. Но для того, чтобы у нас системно эта работа была выстроена, абсолютно поддерживаю ваше предложение и регламентировать порядок с точки зрения взаимодействия Заполярного района и профильных департаментов. И, возможно, создать проектную группу, то есть тоже, которая бы занималась этим проектом. Да, я думаю, что с точки зрения стратегического развития и исполнения стратегии Ненецкого автономного округа, наверное, нам действительно также самое нужно создать проектный офис, который объединит усилия разных департаментов, муниципальных образований, Заполярного района непосредственно. Потому что в одиночку, конечно, это не сдержанность. Но сегодня как бы один департамент МПК, вот, а вопросы в основном строительства и развития социальной сферы, поэтому взято на контроль. Я думаю, что... Скажите, это будет взято на контроль, и я прошу это в рекомендациях, чтобы было зафиксировано. Принимается. Так, еще вопросы? Если вопросов нет, то переходим к прениям. Прения или вопросы? Ну, пожалуйста, Николай Леонидович. Вы можете присесть сразу, потому что все равно на премии переходим. К микрофону, пожалуйста. Так, у меня вопрос. Татьяна Павловна, скажите, какой общий объем доходов на территории субъекта Российской Федерации в Ненецком автономном округе за 2020 год? Я что-то не услышал, вы или говорили, или нет. В том числе из них поступили в федеральный бюджет, в казну Архангельской области и у нас.
За 2020 год. Пожалуйста, слайд верните, 20-то у нас. Ну, я просмотрел, скажите, пожалуйста. А, значит, у нас в целом 23 миллиарда расходы и 8,2 это, значит, внебюджетные источники, в том числе 7,9 федеральные. 7,9 федеральные вас интересуют или в целом общий параметр? Ну, у нас каждый год поступает федеральная Архангельская область, и у нас остается. И общий доход у нас. У нас же это есть такая цифра все время, каждый год. Нет, Николай Леонидович, вы говорите про федеральные деньги, которые поступают в рамках целевых программ и с финансированием, то, что целевые деньги поступают непосредственно межбюджетные трансферты, да. С целевым. Это 7,9 миллиардов. Из них большая часть – это дороги. Финская дорога, дальше идут национальные проекты. Тоже есть слайд у нас где-то, если можно представить. Не доходы, а... Вот. 7,9 на экране, пожалуйста. Последний. Еще вопросы? Николай Иванович. А, все. Спасибо. Тогда переходим к прениям, если больше нет вопросов. Значит, у нас, уважаемые присутствующие, восстановленный срок. До 13 мая поступили письменные вопросы от жителя города Нарьян-Мара Канева Николая Леонтьевича. Он уже больше 10 лет у нас участвует в публичных слушаниях. Вот, поэтому, Николай Леонтьевич, поскольку вы у микрофона, я бы хотела, чтобы вы начали, если можно, по вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Вот у вас много вопросов, поэтому... Мы как бы по очереди. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Я выступал с предложением на публичных слушаниях по проекту окружного бюджета на 2020 год от 30 октября 2019 года и вносил 7 предложений. Первое. Принят закон Ненецкого автономного округа о предоставлении жилых помещений Государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма от 21 апреля 2006 года номер 702 ОЗ. В 2012 году в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по распределению жилых помещений Государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, предоставленных по договорам социального найма и договорам безвозмездного пользования между категории граждан. В эту очередь вошли ветераны боевых действий. На 20 июля 2020 года в очереди стоят 28 человек. Я предлагал, чтобы в 2020 году выделили несколько квартир для ветеранов боевых действий. Такое обращение было, но решение не было принято. И конкретного ответа от руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Свиридова от 26.11.19 года я не получал. Ну, Николай Леонидович, спасибо за вопрос. Здесь я как бы формулировки просто сказала, что это не ответ дан, но он вас не устроил. Поэтому на 19-й год, поэтому я предоставляю слово Елене Степановне Левиной ответить на ваш вопрос. Уважаемый Николай Леонидович, спасибо за вопрос. Действительно, у нас закон такой существует, и по 702 закону, про который вы говорите, у нас в 2020 году жилье не выделялось, поэтому участники его действий, так же, как и остальные категории, не получили жилье в 2020 году. Не получили чего? Жилье по этому законодательству для данной категории граждан, участников его действий, не распределялось. Да. Не было квартир. Не было квартир? Да, вообще в этом году не было. В 2020-м, я хочу сказать, что вот у нас очень сложное исполнение бюджета, поэтому действительно эта проблема существует, но она не снимается с контроля, Николай Ильич. Хорошо. Но есть возможность получить в странах боевых действий компенсацию по кредиту в 1 миллион рублей, и можно получить федеральные средства 1 миллион рублей за счет федерального бюджета. По этой категории у нас стоит 3 человека. В этом году один человек может получить. Спасибо. Спасибо, Елена Степановна. Второй вопрос, Николай Леонидович, пожалуйста. В администрации Ненецкого автономного округа было принято постановление от 16 декабря 2014 года номер 487-П об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе. Статья 86. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно. В подпункте 8 прописано: предоставляется инвалидам,
и участникам боевых действий и вооруженных конфликтов на территории Афганистана, Чеченской Республики и других локальных войн. И прописано старше 55 лет. Просим рассмотреть наше предложение о ветеранах боевых действий в Афганистане, о снятии возрастного барьера с 55 лет, предлагаем установить 45 лет. Такое обращение было неоднократно, но решение не было принято. Конкретного ответа от руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от Свиридова от 26.11.19 года получили, но, мягко говоря, скажу, отписка. Мне это не устроило ответ. И, вы понимаете, вот эту тему я поднимаю уже не первый год, но дело в том, что и работники Красного Креста, социалки, да, они тоже за то, чтобы барьер с 50 снять. Потому что у нас же сейчас вот ветераны Афганистана есть кому-то 60 лет, да, там, кому-то 55, да, кому-то 51, кому-то 52, кому-то 53. Есть у нас еще ветераны боевых действий в Чечне, ребятки, которым уже тоже за 40, да. И многие у нас никуда не ездят в санатории, да. И здесь у нас вот в Наймаре есть, он неплохой санаторий. Да? Но может убрать вот этот с 55 лет, где там прописан, хотя бы до 45. Мне кажется, это не так сложно. И не каждый идет. Но кто-то бы пошли. Мне кажется, это же здоровье, это нация. Вот такой вопрос. Спасибо, Николай Леонидович. Для ответа предоставляю Елене Степановне Левиной. Пожалуйста. Ну, у нас данные услуги, про которые вы говорите, они оказываются лицам, которым моложе 50 лет, при условии, если у них средний душевой доход составляет менее 33 328 рублей. Услуги таким гражданам, у которых низкий доход, оказываются адресно с учетом их дохода. Так как вы слышали у нас, что происходит с бюджетом, внести изменения в законодательство и снять ограничения возрастные для данной категории граждан на сегодняшний день не представляется возможность, потому что повлечет за собой дополнительные расходы в бюджет округа. Я хочу сказать, что в 2020 году действительно было сложно, поэтому с контроля Елена Степановна не снимает. Я думаю, что если будет возможность, то, конечно, пойдем быстрее. Адресная у нас есть. Адресная у нас есть. Понимаете, я ведь поднимаю это не первый и не только в 2020 году. Ведь вопросы это актуальны, понимаете, и постоянно вот у нас проблема денег. Ну, слушайте, у нас всегда всю жизнь будут какие-то проблемы с деньгами. Но вопрос ведь актуальный. И его можно принять решение. Или у нас каждый год откладывают. Ну, слушайте, невозможно же это сделать. Нельзя это делать. Адресными помощь оказывается лицам, у которых низкий доход, те получают услуги бесплатно. До 45 лет, к сожалению, снять ограничения не возможно. Я говорю про ветеранов боевых действий. А можно, Елена Степановна, в письменном ответе Николаю Леонидовичу представить, скольким ветеранам боевых действий была оказана адресная помощь, пожалуйста? Хорошо. Как вариант. Спасибо. Переходим к третьему вопросу. В администрации Ненецкого автономного округа было принято постановление 24 февраля 2011 года номер 26П об утверждении положения о порядке и условиях предоставления компенсации расходов на зубопротезирование неработающих граждан старшего поколения, женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет, постоянно проживающие на территории Ненецкого автономного округа. В пункте 3 прописано, что компенсация расходов на зубопротезирование предоставляется гражданам в размере 100% понесенных расходов на зубопротезирование, в том числе неоднократно, но не более 30 тысяч рублей в общей сумме. Но, однако, в 2017 году было принято решение об отказе предоставления компенсации расходов на зубопротезирование неработающих граждан, женщины старше 50 лет и мужчины старше 50 один раз в 3 года. Предлагаем рассмотреть наше предложение и восстановить компенсацию расходов на зубопротезирование работающих граждан старшего поколения, женщины 50 лет, мужчины 55, один раз в 3 года. Такое обращение было неоднократно, но решения до сих пор не было. Конкретного ответа от руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Свиридова 26.11.19 года не получал. Дело в том, что комиссия по социальной политике собрания депутатов по этому вопросу встречались неоднократно, и я на нем присутствовал, но решение не принято. Почему? Это актуальный вопрос тоже.
Спасибо, Николай Львович. Еще слово для ответа предоставляю Лене Степановне Левиной, пожалуйста. Да, данный вопрос у нас находится на постоянном контроле. У нас уже был разработан проект закона, куда мы хотели внести указанные изменения, то есть представить гражданину выбор, либо он получает расходы, точнее, компенсацию этих расходов не будет 30 тысяч, и хотели снизить временной промежуток. Но проект закона был запущен на процедуру согласования и получил отрицательное заключение. Как только у нас в бюджете появятся денежные средства, чтобы расширить эти категории, мы повторно запустим эти проекты. А как это надолго ждать? Когда? Я здесь помогу. Конечно, я здесь помогу, только одно. Конечно, сейчас самое главное заключается в том, что у нас бюджет напряженный. Все это знают. И, конечно, у нас гораздо больше пожеланий, нежели возможностей порой. Но здесь, конечно, Николай Леонидович, когда говорит о том, что за всеми этими цифрами и за всеми этими проектами стоят люди, здесь очень сложно говорить какие-то вещи супротив. Я скажу только одно. Вот, вы сами в своем вопросе и в своем выступлении сказали, что у нас социальная комиссия под руководством Анатолия Булатовой занимается этим вопросом. Да. То есть мы с ней, соответственно, и будем работать в этом направлении дальше, и все депутаты, и прежде всего председатель социальной комиссии. Поэтому действительно вопрос с контроля не снимается. Мы его откладываем ровно настолько, насколько можем. Это касается и наших инвалидов, особенно здесь. Мы понимаем, что здесь действительно проблема очень серьезная, зубы протезированные. Те деньги, которые были заложены, они с учетом инфляции, конечно, становятся явно недостаточными. И те суммы, которые сегодня выплачивают, там порядка 30, да, тысяч рублей, да, Николай Ильич? Да. Да, сейчас это, конечно, эта сумма становится совершенно маленькой. Дай бог, если на пару зубов хватит. Поэтому, конечно, здесь проблема есть. Ею надо будет заниматься, а у нас здесь и проблема воды, и проблема зуба – это здоровье, и так далее, и так далее. Николай Ильич понимает. Но эти вопросы все равно, я говорю, и в рамках социальной комиссии, и в рамках финуправления, и в рамках у нас тоже управления по социальной политике, департамент по социальной политике. Поэтому с губернатором эти вопросы, конечно, будем решать совместно. Другого просто не дано, к сожалению. Надо искать средства, потому что, кроме собрания депутатов, вы сами знаете, у нас заключение вы делаете, но, тем не менее, камень преткновения только один. Когда мы говорим о том, где надо изыскивать дополнительные средства, здесь у нас возникают проблемы. Источник финансирования. Поэтому и последнее. Ведь видите, там и в соцсетях у нас есть о том, что нас то ругают, то хвалят крайне редко, не помню. Но говорят о том, что у нас 170 мер, там вот последнее, 176 мер соцподдержки. Много или мало? Мы по уровню мер соцподдержки находимся в первой тройке по стране. При всем при том, да, конечно, я знаю. Нам порой федеральный центр это ставит в укор, что у вас здесь вот этого все очень много, и разбирайтесь со своим бюджетом сами. Вы говорите о том, что у вас дефицит, зато вы вот эту меру соцподдержки вы, как они говорят, раздуваете. Ну, это правда. Поэтому я еще раз говорю, и этот момент тоже надо учитывать. Поэтому, с одной стороны, стройки, с другой стороны, вот эти наши коммуналки, социальные составляющие, я в вопросе это задавал. Николай Ильич, но то, что вы ставите вопрос совершенно правильно, это справедливо. Надо делать. Но, еще раз говорю, источник финансирования, это тоже очень и очень серьезный аргумент. Я прошу, чтобы вы тоже на своем уровне вот эти вещи не то, чтобы понимали. Никто от них не уходит. Просто как к ним прийти, к этим, к решению этих вопросов. А то, что на контроле остается, да. И то, что мы работаем, это да. И то, что ответ на сегодня отрицательный, это тоже да. Но адресную помощь нуждающимся категориям и по первому вопросу, который вы говорили, участники боевых действий, все-таки она есть. Мы это делаем. Это очень важно. Нельзя сказать, что вот эти категории, они абсолютно выпадают. Нет. Конечно, хотелось бы сделать их для всех, а не только адресно. Это мы тоже понимаем. Но все-таки в 2021 году какие-то изменения будут по этому вопросу? Хотелось бы. Николай Ильич, я просто хочу сказать, что 2021 год намного сложнее 2020.
К сожалению, выпадение продолжается, прибыли у нас практически не поступают. Если еще нефть растет, то, может быть, что-то у нас получится. На сегодня у нас субсидии ЖКХ запланированы 50%. Если в прошлом году мы смогли 70% предусмотреть, то сейчас 50%. Это огромное количество работающих в этих. Поэтому это первая главная задача – все-таки сохранить рабочие места. А потом уже, допустим, наращивать социальные выплаты. Поэтому, если говорить по приоритизации, то прежде всего мы должны существующие выплаты осуществить, существующие людей, которые приняты в бюджетные учреждения, в хозяйственные структуры, допустим, обеспечить надлежащие заработные платы. Так, переходим к следующему вопросу, да? Пожалуйста. Четвертый вопрос. Необходимо включить в перечень приоритетных для округа объектов вопрос о демонтаже незавершенного строительства объекта пристройки учебного корпуса к зданию Ненецкого профессионального училища и согласовать с профессиональным профильным департаментом образования, культуры, спорта Ненецкого автономного округа включение в данное мероприятие проекта окружного бюджета. Я тоже поднимаю вопрос 10 лет уже. Я этот конкретный вопрос поднимаю каждый год публично. На слушаниях окружного бюджета больше 10 лет. 11 лет уже. Мне кажется, вопрос тоже актуальный. Хочу, чтобы меня услышал избранный губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Васильевич Бездомный. Я в том году обращался к Цибульскому. Сейчас у нас, в общем, главы, ну, через 2,5 года меняется. Там 2,5, ну, слушайте, здесь как-то надо. Такое обращение было неоднократно, но решение до сих пор не принято. Конкретно ответа от исполняющей обязанности руководителя Департамента образования, культуры, спорта Ненецкого автономного округа поставала Антона Геннадьевича 25.11.19 не получил. Хотя я получал там, по-моему, от другого. Но тоже конкретно ответа нету. Пожалуйста, можно этот вопрос как-то все-таки решить? Уже второй десяток пошел. И все мы видим, вот стоит как Брестская крепость. Ну, мы же все видим, ходим мимо, или дайте, пожалуйста, тогда дайте населению по кирпичикам разберут все. Не надо никаких там 25 миллионов, как мне сказали, чтобы разобрать, надо 25 миллионов. Дайте людям, бесплатно вам обойдется, по крайней мере. Спасибо, Николай Леонтьевич. Предоставляю слово для ответа заместителю руководителя Департамента образования, культуры и спорта Евгению Сергеевичу Соловьеву. Пожалуйста, Евгений Сергеевич. Спасибо, Татьяна Павловна. Спасибо, Николай Леонтьевич. Да, вы неоднократно поднимаете этот вопрос. Мы с вами и встречались, и общались. И я считаю, что определенные шаги к этому сделаны. В 2018 году была разработана проектная документация, определены объемы, определена стоимость этих работ. То есть по состоянию на 2018 год это стоило практически 25 миллионов. Сейчас, с учетом индексации, эти работы стоят порядка 27 миллионов рублей. Туда включены работы по рекультивации земельного участка, по озеленению. То есть мы просто не можем его разобрать. То есть это земельный участок, как нам не позволяет законодательство. Соответственно, все эти затраты включены в проектную документацию. Но все-таки мы не относим эти, как сказал, к первоочередным мероприятиям, как вот сказал в своем докладе Сергей Владимирович, год был сложный. Первоочередным мы все-таки относим это проведение текущих капитальных ремонтов в зданиях подведомственных учреждений к созданию безопасных условий, особенно в образовательных организациях, по поручению собрания депутатов нами подготовлена трехлетняя, значит, дорожная карта проведения капитальных ремонтов. Направлена сумма там, скажем так, не самая маленькая, это сотни миллионов, и это все подтверждено проектной документацией. То есть считаем, что все-таки эти мероприятия по демонтажу, они, ну, не могут быть приоритетными, потому что в приоритете должны быть ремонт тех зданий, в которых получают образовательный процесс, находятся дети, люди, создаются безопасные условия. Спасибо, Евгений Сергеевич. Это же здание, которое будут разбирать, наверное, построят тоже какое-то продолжение.
для детей, для наших. Николай Леонидович, принимаются ваши предложения. На сегодняшний момент работа с незавершенным строительством ведется под контролем правительства. И у нас Павел Александрович тут присутствует в списке этих объектов, в том числе и этот, допустим, фундамент, который недостроенного здания ПТО. Я хочу сказать, что мы сейчас, наверное, с департаментом строительства, с департаментом образования подумаем, каким образом создать там определенную инфраструктурную площадку и передать бизнесу. Это красная линия, это центр города, и, наверное, действительно отдать это место с тем, чтобы что-то там было красивое построено. Полностью разделяю ваши, так сказать, чаяния о том, что у нас должно быть город красивым, а не торчать в центре какие-то вот недострои. Поэтому недострои и незавершенка сейчас на контроле аппарата президента. Мы составляем сейчас план пока первой части, но, наверное, с департаментом образования подумаем, и с УИЗО, который присутствует на экране, значит, проработаем вопрос в этом году. Николай Леонидович. Да, это тоже вариант. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Да. Пожалуйста. Почетное звание ветеран труда Российской Федерации присваивается в Российской Федерации с 1995 года. Не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Большинство жителей Крайнего Севера, в том числе и Ненецкого автономного округа, вносили и вносят посильный трудовой вклад в освоение и развитие северных территорий. Результатом их колоссального труда мы пользуемся до настоящего времени. Сейчас же окружен законодательством Ненецкого автономного округа. Предписано, что для получения звания ветеран труда Ненецкого автономного округа мужчины должны иметь трудовой стаж работы в условиях Крайнего Севера не менее 40 календарных лет, а женщины не менее 35 календарных лет. Почему? Предлагаем для присвоения звания ветеран труда Ненецкого автономного округа произвести изменения в законодательстве Ненецкого автономного округа и уменьшить на 5 лет требуемый стаж работы людей в условиях Крайнего Севера, даже не имеющих в наличии наград за предыдущие периоды работы в Заполярье. С этим предложением согласны многие жители Ненецкого автономного округа, кому предстоит получить звание ветеран труда Ненецкого автономного округа. Вопрос о снижении ценза по стажу работы северянам назрел давно и актуален в настоящее время. Такое обращение было неоднократно во всей инстанции, но решение до сих пор не было принято. И вот я получил ответ позавчера от Блащинского. Я понимаю, что органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа руководствовались федеральным законодательством, которым установлены требования соискателям звания ветеран труда Российской Федерации. Но я говорю не про ветерана Российской Федерации, я говорю про ветеранов труда Ненецкого автономного округа. И все-таки и мы все знаем, что мы живем на Крайнем Севере, где не хватает ни кислорода, ни солнца и так далее. С одной стороны находится новая земля, с другой стороны космодром Плесецк. И вот здесь такое отношение, мне кажется, резать по федеральным, так вот, я понимаю федеральный закон российского ветеран труда, да, там средняя полоса, там условия совсем другие, но у нас ведь условия совсем другие, наверное, вы сами живете здесь, кто приехали, наверное, чувствуете и нехватка кислорода и так далее. Дали, правда ведь? Но, однако, приняли решение, вот законом от 27.10.15 году были внесены изменения в закон НАО. Ну, вот, слушайте, уже 6 лет. Вот какова цель была изменить вот это, подогнать под федеральный закон? Мне кажется, здесь эти очень много и пишут, и говорят, и вот я публично выступаю, но это же неправильно. Наверное, все мы понимаем, но делом почему-то как-то по-другому. Я понимаю, что там надо законы подфедеральные, есть, где надо именно исполнять. Но есть вот такие требования, вот ветеран труда Ненецкого автономного округа, зачем повышать на 5 лет? Спасибо. В наших условиях. Спасибо, Николай Ильич. Я думаю, что это надо оставить то, что было в 2015 году. Напоминаю о регламенте, Николай Ильич. Пожалуйста, ответ на вопрос Елены Степановны Левиной.
На сегодняшний день у нас законом 121 предусмотрено две категории граждан, которым могут присвоено звание ветеран труда Ненецкого автономного округа. Первая категория – это граждане, которые отработали в округе не менее 30 календарных дней женщины и 35 мужчины. Но они при этом должны иметь какие-либо дополнительные награды. Они у нас законодательно перечислены. Это медаль за заслуги при Ненецком автономном округе, почетная грамота Ненецкого автономного округа, знак отличия Ненецкого автономного округа и так далее. Лица, которые проживают на территории округа, имеют стаж меньше, тот, который соответствует федеральному, 35 и 40, соответственно, они получают звание ветерана Ненецкого округа в соответствии с федеральным законодательством. Поэтому, если лица более молодые имеют какие-то знаки отличия, то, пожалуйста, ничто не мешает им получить звание ветерана Ненецкого округа в более ранний период. Внесение изменений, вы сами понимаете, да, это повлечет за собой увеличение социальных выплат, в том числе и федеральных. Ну, до 2015 года было же так, вот в 2015 году было принято решение на 5 лет, это же очень много, на 5 лет увеличить стаж ветерана труда. Но дело в том, что если сейчас внести изменения, то звание Ненецкого округа для людей, которые и имеют, и не имеют знаков отличия, оно обесценивается просто, да, нет смысла... Как говорится, что значит обесценивается? Потому что лица, которые имеют знаки отличия, они получают выплаты и звания на 5 лет раньше, чем иные граждане. Для этого нужно иметь определенные награды. Поэтому поощрение все-таки это должно быть лучше. Я согласна с Еленой Степановной. Спасибо за ответ. Николай Иванович, все-таки у нас не все должны быть просто ветеранами, но должны быть какие-то определенные, так сказать, нужно этого заслужить. Вот. И просто так ничего не бывает. Это, к этому призывает нас и федеральное правительство, что все-таки если звание, то звание. Вы понимаете, у нас не все доживают до 60, до 70 лет. Некоторые уходят и раньше из жизни. Но вот я о чем говорю. Мы говорим сейчас про 60 и 70, это укладывается в другую вызову. Давайте этот вопрос еще обсудим. Вопрос этот тоже актуальный. На комиссии по социальной политике. Да, Александр Олегович? Спасибо, Николай Леонтьевич. И я хочу закончить. Прошу включить мои предложения для рассмотрения принятия решения в соответствии с законом о бюджетном процессе в Ненецком автономном округе. Спасибо. Спасибо, Николай Леонтьевич, за активное участие в публичных слушаниях, регулярное активное участие. Я от имени всех присутствующих благодарю вас. Спасибо. За то, что вы неравнодушны по вопросам исполнения бюджета. Есть ли еще выступление, мнение, предложение присутствующих? Я просто напоминаю о регламенте, мы уже вышли за рамки регламента. Что хотя, можно, у меня еще есть вопросик. Ну, он по бюджету идет если, тоже. Если можно. Я думаю, что Николаевич, можно. Вы единственный, занимаете все. Так я единственный выступаю публично, потому что... Никого не пускаем. Ну, хорошо, давайте. Можно? Вопрос вот здесь, вот, может быть, он касается, не касается. Основным показателем, характеризующим развитие экономики каждого субъекта Российской Федерации, является объем валового регионального продукта. Поэтому... показателю Ненецкого автономного округа, не, ну это же так, экономика Ненецкого округа носит монопрофильный характер. Основной прирост валового регионального продукта обеспечит топливно-энергетический комплекс. Скажите, а какой объем произведенного валового регионального продукта в Ненецком автономном округе за 2020 год? Я думаю, что эта цифра тоже есть в миллиардах. Пожалуйста, нам первый слайд. Кто у нас управляет? Не работает. На первом слайде А где? Вот валовый региональный продукт. А сумму скажите? А? Сумму скажите, где? Вот сумма стоит у нас. Значит, это оценка 2020 года 312 миллионов, но 2017 250, 320, 331. Но на сегодня валовый оригинальный продукт несколько снижается. По оценке он может быть даже ниже 312, но это все равно достаточно большая сумма для Ненецкого автономного округа. И на жителя у нас приходится где-то сколько миллионов? 6, по-моему. Было с половиной, 6-8. Вот так вот. Ну, можно посчитать. Вот. И еще маленький вопросик. Николай Леонтьевич. Ну, все, и ухожу.
Татьяна Павловна, у меня вопросик. 29 и 30 января 2020 года в Совете Федерации прошли Дни Ненецкого округа. Глава региона в то время Александр Цибульский 30 января выступил на пленарном заседании Совета Федерации и Федерального собрания. Более подробно Цибульский остановился на вопросах формирования бюджетно-налоговой политики в отношении субъекта Российской Федерации, где формируется существенная налоговая база. Вместе с тем он отметил, что проблемные вопросы, которые не решались в регионе на протяжении нескольких десятилетий, требуют пересмотра бюджетно-налоговой политики. Глава Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко поддержала инициативу губернатора НАВА о необходимости увеличения доли налоговых отчислений в бюджет регионов-доноров. Скажите, спустя год какие изменения произошли в пересмотре бюджетно-налоговой политики для округа? Что наш округ приобрел? Тоже актуальный вопрос. Это выступали? Да, Николай Ильич, я просто хочу сказать, что по ряду новых налогов мы продолжаем работу 2% где? С Архангельской областью. На сегодня мы все равно зависимы от них, работа эта продолжается, она непростая работа. Вот, и в рамках последнего послания президента мы продолжаем эту работу. Я думаю, что вот Наталья Александровна задала вопрос, она об этом имела в виду, что мы, в принципе, предполагаем, что будем под послание что-то, так сказать, здесь просить. Ну, просто так говорить, вот дайте нам и нам дадут, так не бывает. Поэтому эта работа на контроле. Спасибо. Очень много у нас прямых перечислений из федерального бюджета. Тоже помощь достаточно существенная оказана. В 2020 году вы видели по отчету. Спасибо, Николай Леонтьевич. Налоги. Прямые перечисления, они намного лучше межбюджетными трансфертами, чем налоги, которые зависимы от волатильности, особенно в монопрофильной экономике. Значит, хочу сказать, что в связи с ограничением времени по регламенту мы все поступившие предложения... Еще будете, да? Ну, конечно. Пожалуйста. Прав, особенно по последнему. Николай Ильич, когда вы говорите о том, что вот мы ставим эти вопросы или нет, а вы сейчас ставите это в рамках, вы хорошо подготовились, кстати, и поэтому не случайно вы сказали, когда о том, что мы говорили о тех пропорциях, которые должны уходить в федеральный бюджет или оставаться на территории, но мы же не молчим, ставим эти вопросы, но на самом деле это не так просто, но это доказывает то, что мы их ставим, эти вопросы. Я тоже выступал на пленарном заседании, это очень сложно делать, и там эти вопросы мы так не можем вот сказать, мы еще вопросик зададим, еще вопросик. Но, тем не менее, мы вычленяем те важные, самые существенные вещи, которые для нас являются определяющими. Поэтому, еще раз повторяю, молчим. Мы говорим. Мы выступаем. Не так все просто. Но, Николай Ильич, если раньше я к вам обращаюсь, потому что это типичный вопрос абсолютно, который вообще все задавали. Но если раньше, помните, мы говорили о том всегда, что мы не работаем с федеральным центром. У нас профицитный бюджет. У нас, почему мы этого не делаем, то сейчас мы говорим совершенно о другом. О том, чтобы эти пропорции поменять. Что федеральный центр нам давал 90%, а 10% мы. Вот в чем сейчас аксиоматичность данной ситуации. Это тоже можно работать системно, как вся страна, только в том числе в рамках нацпроектов, их реализации. Поэтому все идет многотрудно очень. И я перехожу к своему, просто к реплике, возможно, пожелание. Я что хочу сказать о том, что вот мы говорили и сейчас ведем речь о 2020 году. Предстоит 2021 год, который вы сами сказали сейчас по вашей оценке, будет не менее простым, а может быть даже более сложным. В этой связи я хочу уйти от финансовой составляющей, чисто финансовой составляющей, в сторону организационной. Потому что управление департаментом финансов, соответственно, аккумулируя все предложения департаментов, и мы знаем, что вот с точки зрения аккумулирования этих предложений, чем меньше споров, чем меньше денег, тем больше споров. Правильно или нет? Тем больше напряжения это возникает. Потому что каждый департамент хочет... И это абсолютно нормально и понятно, он решает проблемы, которые ему ставятся, и те вопросы. Так вот, в этой связи анализ года 2020, он предполагает, что...
что задачи... И вот буквально в июле мы начинаем работу над последующим бюджетом. Конечно, это вызывает... Я не говорю о том, что определенные вопросы... Я не хочу говорить о том, что абсолютно напряжение, но тем не менее. Мне хотелось бы, чтобы вот, уйти от тех системных иногда... Просто вот не то, что ошибок, но, может быть, тех проблем, которые они сопровождают бюджет на последующий год. Поэтому я хотел бы, чтобы мы здесь сработали с вами, но, по крайней мере, более согласованно. Недаром мы с бюджетной комиссией, Тайсан, мы внесли изменения в бюджетный процесс. Мы готовы и дальше решать эти вопросы, если необходимо. Давайте подумаем. Но самое главное, чтобы мы работали максимально согласованно. Вот у меня есть большое пожелание в этой части, и я полагаю, здесь без обиняков, что вы его принимаете. Да, такая проблема есть? Есть. Давайте все-таки посмотрим. Если надо, будем делать это в примитивном порядке. У нас заключительная сессия будет в июне, 1 июля. Поэтому давайте вот здесь посмотрим, это как раз будет лакмусом на бумажках, как мы пройдем эту сессию в том числе. И потом переходим к следующему этапу. Поэтому я надеюсь на то, что мы будем работать максимально согласованно, и не только с управлением финансов, но со всеми иными департаментами, чтобы у нас не было тех вопросов, которые у нас возникают с точки зрения организации всего этого процесса. Спасибо. Спасибо, Александр Ильич. Хочу еще раз напомнить, что у нас регламент, мы его уже перебрали, и все поступившие предложения и письменные в соцсетях, значит, будут рассмотрены, информация по ним будет направлена, представлена в письменном виде всем участникам публичных слушаний, Николай Леонидович, вам в том числе. Значит, переходя к заключительному слову, хочу сказать, что, подводя итоги публичных слушаний, хочу сказать, что в 2020 году исполнение окружного бюджета происходило в очень сложных и напряженных условиях. Благодаря поддержке правительства в сумме 1 миллиард 900 миллионов рублей дотация на выравнивание в связи с выпадением доходов и бюджетному кредиту в конце года в размере 1 миллиард 100 миллионов рублей. Дефицит у нас составил 1,5 миллиарда рублей при плане 2,3 миллиарда. Выпадение доходов у нас к предыдущему году, 2019, произошло в сумме 5,3 миллиарда рублей. И в то же время расходная часть исполнена была в полном размере 23,4 миллиарда рублей или 20% к первоначальному плану. Это, в принципе, очень неплохой результат для окружной власти, как исполнительной, так и законодательной. Долговую политику мы проводили очень взвешенно. Использовали коммерческие кредиты на малые, короткие сроки и только в виде возобновляемых кредитных линий. В результате мы смогли снизить расходы по обслуживанию долга на почти на 50% или на 145 миллионов рублей к первоначальному плану. Необходимо отметить, что 2020 год мы закончили без коммерческих кредитов. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность. Вообще отсутствует задолженность по нормативно-публичным и публичным социальным выплатам, отсутствует задолженность по заработной плате, что мы, в принципе, предполагали, когда шли к концу года и думали, что это у нас будет, нам удалось это преодолеть. Несмотря на снижение доходной части бюджета, сохранены основные приоритеты. Это финансирование бюджетной сферы. Не только сохранены социальные выплаты, а также введены дополнительные выплаты в связи с пандемией. В 2020 году на территории округа реализовывалось 44 региональных проекта в рамках 10 национальных проектов. Общее кассовое исполнение составило 5,9 миллиарда рублей или 98% от годового плана. Несмотря на пандемию, у нас были 83% показателей и 90% результатов региональных проектов выполнены. Это хорошее по сравнению с другими субъектами исполнения.
На протяжении прошлого года продолжалось строительство начатых объектов. Завершено строительство и запущено в эксплуатацию новые здания двух школ. Школа номер 3 и школа в поселке Индика. Введены в эксплуатацию многоквартирные дома площадью 6176 квадратных метров в городе, в селе Оксино, в поселке Красное. Также приобретены квартиры за счет средств окружного бюджета общей площадью 709 квадратных метров также в городе, в поселке Искатель и в поселке Бугрино. Благодаря совместным, своевременно принятым региональным и федеральным мерам поддержки экономики в условиях распространения коронавируса, нам удалось удержать ситуацию под контролем в части экономики, ослабить негативное давление на экономику, поддержать пострадавший малый и средний бизнес. Принятые меры, пониженные процентные ставки по микрозаймам, реструктуризация отсрочка платежей по действующим договорам, снижение арендной платы, новые виды субсидий и, конечно же, налоговые льготы – это пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения и возможность применения режима самозанятых позволили нам по итогу года не только сохранить рабочие места, но и прирастить количество субъектов малого и среднего предпринимательства. У нас увеличилось количество субъектов на 432 субъекта, или сейчас на 1 января 5355 человек. Это очень хороший результат по сравнению с другими субъектами, где происходит падение экономики. Поэтому, в принципе, я хочу сказать, что в этой непростой экономической ситуации 2020 года главной целью было сохранить социальную сферу, рабочие места, не допустить снижения темпов строительства. Вот цели, которые бы оставлены были губернатором, и они всеми нами выполнены. В результате совместной работы администрации, департаментов, депутатов и всех неравнодушных жителей мы смогли сохранить социальную и инвестиционную направленность окружного бюджета. Главные две, так сказать, цели, которые мы ставили. Уважаемые участники публичных слушаний, мы постарались максимально подробно осветить все аспекты исполнения окружного бюджета. Я хочу поблагодарить за задаваемые вами вопросы, за внимание к нашим информационным ресурсам и сайтам. Мы на постоянной основе размещаем материалы по бюджету, в том числе для обсуждения в социальных сетях. Ведется официальный сайт Департамента финансов и экономики НАО, паблики и аккаунты ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках и Инстаграме. Общее количество подписчиков на всех ресурсах у нас превышает 15 тысяч человек. Благодаря вашей обратной связи мы продолжаем повышать открытость и прозрачность бюджета и бюджетного процесса, выполняя задачу, поставленную Министерством финансов Российской Федерации. Благодарю вас за внимание. Объявляю публичные слушания закрытыми. Спасибо.